накопляется. Причем, знаешь, что? Причем я видел, и прям еще такой немножко, знаешь, вот, ну, такой жалко, знаешь, ну, продавал. Вообще нет. И я думаю, Емельян, кстати, даже не готовился к этому бою. Он прям в куртке, по-моему, вышел там, знаешь. Мимо гардероба сразу. Вчера новость была еще о том, что Макгрегор позвал себе на тренировку Диджей. Да, почему его Диджей? Я надеюсь, какого-нибудь самого. Саня, а есть что-нибудь еще? Раз мы так начали. Ну, давай по звездам пойдем, да? Давай, пойдем, да. Каким-нибудь мощным. Лоза назвал КВН самым опасным местом на Земле. Лоза? Да, да. Известный КВНчик. C42.ru рассказывает о том, что в аккаунте Юрия Лозы появился список самых опасных мест на Земле, которые он наименовал как «Ворота в ад». В списке числятся различные уголки планеты, на новостное место музыкант поместил известное юмористическое шоу КВН. А как это не сделал? Да, сейчас смотри, короче, сначала это был Змеиный остров в Бразилии, первую очередь. Там, да, ядовитые змеи всякие присмыкающиеся. Второе место отдал пустыне с токсичными газами в Эфиопии. Тройка лидеров по версии исполнителя замкнула долину смерти в США. И там что вы где-то, да? Четвертое, пятое месте озеро Убийца и дорога смерти в Боливии. Далее по списку идут озеро Натрон в Танзании, гора Вашингтон в США с самой плохой погодой на планете. И на финальной, на восьмой строчке зловещего чарта Лоза расположил КВН. Дальше цитата. Тупые шутки, которые разучивают участники этого шоу, лишают многих из них профессии, выключают из нормальной жизни и делают бесполезными неудачниками на всю жизнь. Высказался музыкант относительно программы. И сколько КВН получается? Сам Лоза в КВН поиграл. Конечно, это тройка Гусмана, а сколько людей уничтожил? Юрий Лоза, может быть, смотри, там у нас такое... ну, долина смерти, или там, допустим, что у нас? Озеро, вот давай, там, озеро... Убийца. Убийца, да. Вот, ну, например, ему было сейчас сказать...